На площадке перед цементным заводом непривычно оживленно. К месту празднования стекаются люди. Потому как они радостно приветствуют друг друга, нетрудно догадаться, этой встречи многие ждали. Анатолий Клешев работал на предприятии с первого дня его основания. После выхода на пенсию он проработал здесь вплоть до 2015 года. Ветеран производства с радостью отмечает позитивные изменения на родном предприятии. Когда 60 лет отработал. Завод мне был родной. Как после окончания нас распределили по комсомольской путевке и до сих пор до пенсию оформили. После пенсии отработал. Начинал с слесарем, потом механиком прошел по всем цехам. А наш завод за все время, как вам сказать, был передовым в Советском Союзе. Первенство занимал. Он занимал где-то 12 или 15 лет. В первенстве находился. АО «Шымкентцемент» – одно из старейших и крупнейших предприятий по производству цемента в Казахстане. Производственная мощность составляет 1,3 миллиона тонн цемента в год. За 60 лет своей работы предприятие заработало прекрасную репутацию в отношении обеспечения качества своей продукции и высокого уровня предоставляемых услуг. Завод внес огромный вклад в развитие Казахстана и его экономики. Общий суммарный объем производства цемента за все годы работы завода на сегодняшний день составляет около 78 миллионов тонн. В 1998 году предприятие стало частью итальянской цементной компании Ital Cementi Group. А в июле 2016 года завод «Шымкентцемент» вошел в состав Heidelberg Cement Group. Это произошло в рамках глобального приобретения концерном Heidelberg Cement компанией Ital Cementi Group. Самой важной составляющей модернизации это был переход на новый способ, на сухой способ производства, так называемая сухая линия. Это, в принципе, позволяет нам очень сильно экономить расход топлива, практически в два раза. А, соответственно, отсюда и уменьшение воздействия на окружающую среду. Мы экономим электроэнергию. Да, электроприменение такого способа позволяет, в принципе, сэкономить до 20-30% электроэнергии. С точки зрения эффективности оборудования. Как я уже сказал, одна печь сухого способа, меньшего размера, производит столько же продукции, сколько 4 печи мокрого способа, большего размера. Основным достоянием компании являются люди. Штат сотрудников АО «Шымкентцемент» составляет 351 человек. Компания не забывает и о своих пенсионерах, которые ежегодно получают материальную помощь от предприятия. Поощряет и лучших из лучших сотрудников компании. Среди награжденных сегодня и сотрудники лаборатории. Они на своем боевом посту, даже несмотря на праздник. Перетерпели очень такие сложности, как когда не было работы, когда завод стоял, когда не было продаж. Сейчас на данный момент у нас очень большие продажи, производство у нас работает, ну, без остановки. И, конечно, сейчас самые колоссальные продажи идут у нас по тампонажному цементу, который мы делаем по стандарту API. Это тампонажный цемент для нефтяных скважин. В этом году у нас очень большие объемы. Я думаю, что в дальнейшем так и будем работать. «Шымкентцемент» растет и развивается, поставляет на стройки цемент высокого качества, находит новые пути и решения. В завершение для гостей завода была организована экскурсия на новую линию, во время которой всем рассказали о достоинствах и преимуществах сухого способа производства.